Дорогие друзья, если мы делаем шопинг, мы его порой делаем не в Сиднее, мы делаем его в отдаленных регионах. И, например, одним из таких регионов является город Даба. Тогда это центр той самой Ране, о которой мы так часто говорим. Так вот, в этих случаях у нас нет рынка Флемингтон, в этих случаях у нас нет очень многих других пунктов, где мы дешево можем закупиться, но Aldi у нас есть. Кстати, Aldi находится совсем недалеко от Train Station, то есть от остановки поезда, и вы всегда можете там закупиться продуктами. Но это касается любого магазина Aldi, это один из лучших сетевиков, лучше, чем Woolworths, лучше, чем Coles по многим показателям. И самое главное, цена за качество, конечно, лучшая как раз у Aldi. В принципе, очень много товаров в Aldi. Товаров, которые очень, на мой взгляд, хорошие. И вот, допустим, всякие колбасы, мясные ряды, куры. Куда дальше, ряды молочные. Лично я вот закупаюсь молоком козьим здесь, 3,69-3,70, то есть это достаточно дешевая цена, а вот биокультура, вот эти вот всякие пробиотики, они тоже здесь самые дешевые и очень хорошие. Кстати, вот здесь тоже бывают такие долгоиграющие козье молоко, вот, но здесь я покупаю, точнее, вот такое долгоиграющее, я покупаю гораздо реже. Вы можете посмотреть, вот, пожалуйста, здесь и мука, видите, по доллару разная. Здесь сахар очень дешевый. И в дополнение, конечно, вот эти вот как бы развалы, это очень дешевых промтоваров, которые, в общем-то, могут конкурировать и даже с рынком и превосходить рынок по многим показателям. И там впереди вы можете увидеть, собственно говоря, дисконтные товары продовольственные, уже не промтоварные. Это очень выгодно отличает Aldi. Aldi вообще самый дешевый сетевик, самый удобный, классно все расположено, и я закупаюсь именно в Aldi.